Собачка моя маленькая, собачечка. Не бойся, я тебя не обижу, моя девочка, не обижу. Маленькая девочка, что у тебя случилось? Что с тобой случилось? Я по корону ищу свою. Вот сейчас такая собачка лежит возле карнавала. У нее даже уже прям кожица вся красная. А вам больше нельзя собачек в приют сейчас привозить, да? Она добрая, она подпускает. Валентина, она точно не будет убегать, но она вот сейчас просто встала, куда-то уходит. Но она вся в язвах. Она через дорогу перешла от карнавала в сторону станции. Мне за ней идти, получается, или что мне делать? Ну все, она просто легла, через дорогу перешла. И вот где этот центр здоровья Сибирь, мы на углу здесь с ней сидим. Нормально, она никуда не убегает. И она точно дастся, она не будет убегать. Девочки, мы уже полчехова оббежали. Девочки, мы ее упустили. Сейчас еще поищем немножко, посмотрим. И будем ждать, может быть, кто-то отзовется. Так, собаку опять нашли, она лежит в траве. И сейчас попробуем еще раз. Нашли девочку, она лежит вот здесь, вот под буквами этими. Ждут ловца. А я приготовила место в приюте. Как только девочку ловец поймает, привезут к нам в приют. Это девочка, которая с демодекозом. Если увеличить фотографию, ребята, видно, какое у нее, какие проплешины прям огненные. Там уже раны у нее на боках. Демодекоз, конечно, очень сильно прогрессирует. Все, в собаку выстрелили. Засыпает. Сейчас заснет и будем грузить в машину. Сейчас едем в приют, выдвигаемся. Перегрузились в машину. Собака спит. Все в порядке. Валя, собаку поймали. Я за ловца заплатила. Юна сейчас привезет ее в приют. Таблеточку дали, да? Ну, отлеживайся.